Певица Алена Апина неожиданно поддержала пост Аллы Пугачевой, размещенный в сети после российского ракетного удара по территории Украины. Алла Борисовна разместила в своем блоге фотографию женщину с раненым ребенком, пишет портал «Страсти». Ребенок был одним из пациентов киевской больницы, пострадавший в ходе атаки. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала она под фото. За сутки провокационный пост Пугачевой набрал более 130 тысяч лайков. В числе тех, кто поддержал его, оказались многие артисты. Это Кристина Арбакайте и София Ротару. Также одобрила его и бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Среди лайкнувших пост Пугачевой оказалась и Алена Апина, которая продолжает проживать в Москве и активно гастролирует по России. Напомним, Алла Пугачева с семьей покинула Россию после того, как началась российская военная спецоперация на территории Украины.